Я считаю, что выборы прошли на очень хорошем уровне. На очень хорошем уровне. Самое главное для меня показатель, самый главный показатель на этих выборах – это активность населения, которое желало проголосовать. Это уникальное явление. Вы знаете о том, что и в Европе, и в России, да и во всем мире очень сложно вывести людей на голосование любого рода. А здесь вот эта активность, это свидетельствует о жизненном потенциале этноса. Это хорошо. Ну, спокойно прошли выборы. Народ был довольный. Как говорится, все голосовали. Все нормально. Главное, чтобы непонятки не были, неприятные разговоры не были. Все. Доволен тем, что действующий президент одержал победу. Он действительно ее заслуживает. А то, что там оппозиция делала все возможные и невозможные, чтобы опорочить его, народ все-таки мудро рассудил. Мы надеемся, что у нас дела пойдут хорошо, и Абхазия прочно станет на ноги.